Здорово всем, друзья, с вами DoublePlay, мы продолжаем Soul Knight Prequel, и все, ребят, давайте уже дальше продолжать наше прохождение, и я достал, кстати, с сундука вот такой вот меч, так как мы уже с вами в предыдущей серии сделали выбор, и выбрали мы перо рыцаря, да, теперь мы можем и брать щит с мечом, и также биться с помощью вот этой, как его, ну вы поняли, посоха. Ребята, вот сейчас я проверял для себя. Смотрите, вот сейчас мы, вот, например, допустим, сейчас бьемся с помощью меча и щита. Запускаем те же самые навыки, да. Пробуем лупить все это дело, да. Смотрите, максимальный урон, запоминайте, вот здесь слева написано то, что... Вроде бы выглядит тоже все прикольно, все классно, но, блин. Хорошо, хорошо, неплохо. Тоже все это быстро набирается урон, да, 5000... Уже вот общий урон у нас. А теперь давайте за счет посоха. Смотрите. Смотрите, уже 376, 379. Я до 500 добирал урон с помощью именно с помощью, как его, ну, с помощью посоха до 500 поднимал. А вот, к сожалению, с мечом не получается такой же урон сделать. Хотя, можно, смотрите, переключать, и тоже что-то вот интересное получаться начинает. Вот смотрите, сам меч наносит огненный урон. То есть налаживает на них, смотрите, огонь. Видите? Вот. Урон от огня плюс 30%. Тоже, как бы, да, неплохо, хорошо. Скорость атаки и скорость атаки. То есть, блин, меч прям хорош для пироманта, да? То есть он, ну, именно огненный урон имеет, да? Тут, наверное, можно будет все равно повышать, да, урон от огня. Огненный панцирь, короче. Ну, давайте, короче, будем уже на деле все это проверять. Поехали дальше делать задание. Вот, кстати, я еще открыл новую локацию. Ну, давайте идем в мрачный лес на этот раз за новый фрагмент. Приятного всем просмотра, поехали. Мы наконец-то в пути, даже не верится. Всегда хотелось узнать, что находится за пределами деревни. И теперь эта мечта сбудется. Я и забыла, что вы раньше не особо покидали деревню. Что ж, тогда позвольте представить вам мрачный лес. Согласно показаниям радара, ближайший фрагмент Сафаракта должен быть где-то в нем. Это не такое спокойное местечко, как наша деревня. Здесь повсюду рыщут монстры. Так что будьте осторожны. Веруодис какой-то. Стоять! Что вы забыли в этих краях, люди? Вот это да, это же эльфийка. Не часто их увидишь. Мы пришли забрать фрагмент Сафаракта. Я так и знала. Старейшина специально отправил меня охранять этот пост. Чтобы фрагмент Сафаракта не достался жалким негодяям. Блять, мы вообще-то герои. Подожди, но мы не злодеи. А, думаете, что я поверю в этот бред? Как бы не так, защищайтесь. Так, думаю, сейчас на изи. Виуруодис. У меня язык сломается, пока его ник проговорим, так скажем. Ну, как бы так. Лучше все-таки, да, лучше все-таки я буду именно с помощью... посоха биться, потому что враг рассчитан на дальний урон, да, так скажем. Поэтому мы тоже сдалека будем лупашить его посохом, ребят. Все, готов. Удивительно, на этих голодранцев умеет сражаться, сам ты голодранец. Проклятие, придется отступить. Эй, подожди, да выслушай ты нас. Что за дела? Почему эта дамочка не дала нам и слова вставить? Может, произошло какое-то недопонимание? Давайте забудем об этом пока что. Мы знаем, что фрагмент где-то в этом лесу. Пойдемте. Ну, пока все легко проходится, если честно. Да знаю, обычный Soul Knight, блин, то, что я играл, блин, там, ну... Начиная уже с первого босса, начинается какой-то бред. Это просто дичь. Это очень сложно было победить, так скажем. Ну, может быть, что первого побеждал, на втором уже было сложнее. Эльфика убежала в том направлении. Наверное, там находится фрагмент Сафаракта. Вперед.
А тут уже поживучие, да, будут враги? Замечаю уже. Какой-то лесной волк. Да ну, игра, давай уже, не тупи. Все. Все нормально. Все должно прогружаться. Да, и сейчас напомню, я играю сейчас без VPN, то есть нормально все работает, как вы видите сами. Похоже на этот, вот эти растения, на зомби, Plants vs. зомби. А вот точно такие же растения, бьются с зомбарями. Может отсылка, может быть и нет. Так. Единственный минус это... А ну-ка. Оп. Кстати, первое... Точнее, не первое. Это у нас идет как пятая серия. Обработана. Я сейчас подряд, да, записываю видео. Все-таки пока есть возможность играть спокойно без лагов, то лучше сыграть, так скажем. Так, давайте сразу бежим вперед. Я потом, если что, уже не на видео, уже буду все это проходить, играть. Так скажем... прокачиваться, ну все такое, муторный гринд я буду стараться уже не на видео делать, а вам предоставлять самые интересные топовые, так скажем, контент, моменты, так скажем, из игры самые интересные. Так, давайте возьмем меч, может мечом все-таки будет интереснее биться. Так, я сундук пропустил, да, красавчик вообще. Не, ну сундуки тоже пропускать не вариант, как бы. Очень тихая игра, блин, я не знаю. А, мне еще даже не на максимум. Так, поехали. Это сейчас на перевалочный пункт будет, да? На третьем вроде бы уже перевалочный пункт. А, ну здесь мини-босс. Какой огромный лес. Надеюсь, Тайрфика не набросится на нас снова. Нам нужно только найти фрагмент Сафаракта. Объясним ситуацию эльфам как-нибудь другой раз. Ну да, вот мини-боссы появились. Развалили за секунду, блин. Офигеть. Так, вы освободили отличную площадку для ордена. Мы разобьем здесь лагерь и тоже будем защищать Мистрея. Хорошо. Поехали дальше. Угу, сейчас эта локация, следующая, и потом уже будет босс. Ну да, такое чувство, как будто мечом именно с обычными мобами очень даже неплохо работает. А вот именно с боссами хорошо именно с посохом прячется. Блин, яд. А, ну плюс еще же надо учесть тот момент, ребята, что у нас даже не прокачана сила. Давайте, кстати, прокачаем, чё бы и нет. А ну-ка, есть у нас что-то? Да, есть. Давайте прокачаем силу немного. Все, отлично. Да, у нас просто, ну, не экипирована даже броня специально для рыцаря, так скажем. А ну-ка посмотрим, может у нас что-то есть все-таки интересное. Так, шляпу я точно снимать не буду. Вот это, может, еще подумаю. Это для ловкости. Это что у нас? Капюшон монаха? Зачем? Интеллект. Нет. Вот. 5 уровня, смотрите. Защита 9. Львиное сердце. Даже не знаю. Но оно без всяких приколюх, типа, ну, обычная серая шмотка. Поэтому я думаю, что она не будет лучше, чем то, что у нас сейчас надето. Более, видите, все равно, даже хоть и щитом и мечом бьюсь, да, все равно. Да ё-моё, там все сдохли.
Все равно мы часто пользуемся магией, да? Которая по-любому усиливается благодаря... благодаря интеллекту. Но все равно не лишний. Вот, нормально. Следующий уровень. Сочетание из предметов могут подарить мощное усиление персонажа. Это. Кстати, скоро уровень получим. Видите, внизу шкала, вот эта полоса. Уже есть уровень. Это же не experience. О, кстати, видите, здесь какие-то маги есть. Они используют именно цепную молнию, только что видели. А, это я цепную молнию каким-то хером бью. Походу я благословение какое-то получил, да? Видите, как клево. Сундучок, опа. Был враг, оказывается, это не просто был сундук. Живой сундук, мимик. Так, что у нас тут? А, все, уже до босса добрались. Повторить. Кто же будет у нас тут босс? Мрачный лес становится все гуще. Смотрите, это же фрагмент Сафаракта. А, трехмерной графикой. Так, давайте вернем его. Так, опять. Значит, вы все же смогли отыскать это место. Но я не позволю вашим грязным рукам осквернить фрагмент Сафаракта. Это опять та эльфийка. Ты сбрендившая, что ли? Тебе человеческим языком сказано. Мы не враги. Меня твоя болтовня не интересует. Мандрагора, давай покажем им, что мы делаем с проходимцами. Это ж нифига себе, какой-то вот цветочек появился огромный. Мандрагора поглотила энергию осколка. Мэй, Devil Play, давайте разберемся с этой тварью. Давайте, без проблем. Тем более мы как раз пиромант, и растения вроде бы слабые к огню, к огненному урону. Так, а теперь давайте, да, уже переключаемся на это. Не будем сильно близко подходить. Ой, я случайно использовал зелье, хотя это не нужно мне было. Ну ладно. Так, все, мы его завалили, да? Посох, ничего себе, новый оранжевый посох выпал. Ай-яй-яй. Даже Мандрагора не справился с этим отребьем. Но я все равно не позволю ворам забрать фрагмент Сафаракта. Стоять! Уиллард какой-то. Старейшина, как вы вовремя? Этот сброд пытается... Сам ты сброд, падла. Тащить фрагмент Сафаракта. Вольно, Веродис. Это тот самый орден Devil Clan, которым мы ждем. Который мы ждем. Что, это они? Девочка, ты ведь Мэй, верно? Это так, сэр. А вы кто? Позвольте узнать. Я Уилла, старейшина этого клана эльфов. Мы с вашим мэром уже давно знакомы. Прошу, забирайте фрагмент Сафаракта. Придурки, да? Не могли сразу уже? Это же получается, мы с кем бились? С этими идиотами, да, по сути? Получен зеленый фрагмент Сафаракта. Спасибо вам, старейшина Уиллард. Я ждал вас здесь, чтобы поделиться информацией, которая может помочь. Это про Сафаракт, да? Доводилось ли вам слышать о таком месте, как Эзотерия? Эзотерия — мифический край, где живут существа из металла и шестеренок. Роботы, да? Да, но эзотерия не является выдумкой. Да ладно, эзотерия — это реально? Боюсь, эта эзотерия напрямую касается ненастья, которая настигла Сафаракт. За пару дней до того, как Сафаракт испортили, троянский вирус, охраняемый нашим кланом артефакт, тоже был украден неизвестным злоумышленником. Это те, что, блядь, сервера накрыли, да, троянским вирусом, блядь? Этот артефакт представляет большую угрозу. Вы должны как можно скорее собрать каждый фрагмент Сафаракта. Я уверен, что во время поисков вы также найдете больше улик, которые помогут узнать, из-за чего испортили Сафаракт. Мы должны быть солидарны, если хотим преуспеть в этом начинании. Поэтому Вериодис присоединяется к вашему походу. Нифига себе. Что, видимо, теперь мы с вами соратники. Ну, дайте знать, если я понадоблюсь. А я что, могу выбирать, кто со мной будет? А, это типа...
Может убить ваш отряд. Типа питомца будет, что вы забегать. Разве что так. Так. Цилиндр бродяги. Посох мандрагора, ничего себе. Плащ бродяги. Так, открываем сундучок. Не пойдет, дружище. Да, зеленый шмот набрали тут. Но! Бросить. Так, все. Кольцо из лозы. Даже не знаю, надо ли будет или нет. Тут видите, типа на друиды. Может быть на аниманта вот это, да? Аниманта или как он там было? Может даже на него. Шмотка и оружие. Так, что у нас? Все, поехали. Портал. Сейчас очередная миссия пройдена. Очень много текста в игре, ребята. Больше всего, наверное, время идет на то, чтобы все это читать. На сюжет, так скажем, да? Арон покидает отряд. Мэй покидает отряд. Все, давайте на этом серию заканчивать. И вот такой вот, так скажем, такой вот поход был. Такое вот прохождение. А что там за код такой стоит? Моне. А, это обычный код. Я понял. Что хотел сказать, ну видите, пока что, ну, как воин, да, у меня пиромат не особо раскрыт. Больше всего, наверное, в магическую сторону мощнее сейчас. В принципе, мне нормально так и устраивает пока что. Ну, а ваши советы будут мне интересны. Я просто еще не посмотрел в те комментарии с предыдущего ролика, так как я сразу записываю видео. Но обязательно прочитаю, обязательно ваши советы послушаю и посмотрю. Буду уже принимать решение, как дальше все прокачивать, раскачивать. Прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии. Также подписывайтесь на канал, прожимайте на колокольчик, все уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Также можете делиться с друзьями. Еще есть телеграм-канал и дискорд-канал. Ссылки будут в описании. До следующих встреч. Всем удачи, всем пока.